была, ставлю сейчас на запись, но гарантий никаких нету. Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня воскресенье, 8 октября и первый день начала 14-го каталога. По традиции 14-й каталог – это старт сезона. То есть все, после 14-го каталога начинается 15-й, 16-й, 17-й – это праздничные новогодние каталоги. А затем первый каталог, второй, третий, четвертый, это 8 марта, 23 февраля, в общем, куча праздников, куча всяких интересных, позитивных событий. Поэтому, как обычно, традиционно к 14-му каталогу все, кто уже что-то хотел посадить, посадили, те, кто хотел закатать банки, закатали, все, кто хотел съездить в отпуск, основная масса уже съездили, отдохнули, все, кто хотел каким-то образом отрешиться от дел, уже соскучились по делам, да, и я, например, вчера прямо, знаете, как взяла распечатку и начала звонить всем подряд, вот прям всем подряд, без исключения практически, со словами: здравствуйте, вы, наверное, уже отдохнули, у нас столько всяких прекрасных новостей и событий, как у вас лето прошло, и, в общем-то, люди отзывались, рассказывали, где они были, что они видели. И потом на мой вопрос, соскучились ли они по нам, по нашему проекту, они говорили: да, в общем-то, уже готовы начать, уже готовы включиться. И, соответственно, мы уже начинали с ними дальше разговор на тему, как же начать и как же включиться. Вот, поэтому... голосовое сообщение. Вот, поэтому, в общем-то... Ну, как бы вот я хочу сказать, что очень позитивно сейчас проходят такие обзвоны. Берите телефончики, берите свои распечатки, звоните тем людям, которые уже в вашей команде. Это первый момент. А второй момент, сейчас очень много людей, опять же, выйдя из отпусков, выйдя из вот этого отдыхательного летнего теплого настроения, придя в осень, когда пасмурно, когда начинаются дожди, когда скоро выпадет снег, они все больше и больше по вечерам думают, куда же потратить свое время. И все больше и больше времени начинают тратить именно в интернете. Они сидят в социальных сетях, они лайкают, просматривая ленту, они делают репосты каких-то умных высказываний с других страниц. И, в общем-то, сейчас самое время стать человеком, у которого интересная страница, стать человеком, который знакомится, стать человеком, который делает предложения о бизнесе, то есть стать тем человеком, который, в общем-то, будет мелькать, мелькать у них перед глазами, чтобы люди, ну, ища себя на просторах интернета, хотели присоединиться именно к вам. И я, например, вот вчера, опять же, когда звонила людям, наткнулась на девушку, которая... в другой компании, причем это не просто компания, а это финансовая пирамида, и я в очередной раз подумала, что пока мы отдыхали, пока мы наслаждались жизнью, вот она, в общем-то, попала в неприятную ситуацию, понимает она или не понимает, это не важно совершенно, но я всегда смотрю так, что если мне попадается человек, который вот попал в какие-то такие неприличные компании, я понимаю, что я просто опоздала, а человек был готов, готов что-то изменить в своей жизни, готов был что-то начать, но из-за того, что я где-то замешкалась, да, кто-то другой не очень, скажем так, правильно, с правильными взглядами человек, да, в общем-то, убедил ее влезть, в общем, в ненужное совершенно мероприятие, где вступительные взносы по 50, по 60, по 70 тысяч рублей, понимаете, да, о чем я говорю? И человек на это пошел, потому что ему там чего-то там наобещали, да, больших-больших денег. Поэтому давайте будем торопиться, давайте помнить о том, что если вы не сделаете предложение своим друзьям, знакомым, родственникам, то кто-то другой придет и сделает им предложение, и не факт, что он их позовет в нормальную, легальную, хорошую, высококлассную сетевую компанию. Вполне возможно, что они не сделают предложение присоединиться к какой-то там финансовой пирамиде или еще какому-то, в общем-то, незаконному предприятию. И человек по неопытности, по незнанию может, в общем-то, на это повестись. Но это так, лирическое, скажем так, отступление, да? А сейчас мы с вами, как обычно, по традиции, в начале каталожного периода мы начинаем с вами листать каталог. Итак, вот так выглядит обложка текущего каталога.
И что интересного в этом каталоге? В то, что здесь вот как раз идет такой вот сбор медалек начинается, да? Эти все медальки, они, их можно будет потом обменять на продукцию. Я не буду сегодня очень много рассказывать о каталоге, потому что Ирина Мельникова в четверг и в пятницу сделала потрясающие обзоры по каталогу, и пятничный обзор уже записанный, и вы его можете посмотреть в записи, поэтому я не буду на этом очень долго останавливаться. Я буквально несколько слов скажу на, ну, скажем, те страницы, на которые я обратила внимание, и, ну, на те программы, которые я обратила внимание внутри каталога, и буквально там несколько слов о том, что я приобрету для себя в этом каталоге. Но вот такого обзора обширного его не будет, потому что его прекрасно сделала Ирина, чтобы нам не дублицироваться, да, чтобы нам не повторяться. Ну что ж, как я уже сказала, вот так вот выглядит обложка нового каталога, и в этом каталоге нас встречает новый аромат коллекции The One, причем эта коллекция, она вообще-то декоративной косметики коллекция, да, если кто хорошо знает каталог, в этой коллекции находится все, что касается именно декора, то есть там лаки для ногтей, губные помады, карандаши для губ, для глаз, тушь, тональные основы, корректоры и так далее, так далее, так далее, то есть вообще коллекция, которую мы не привыкли рассматривать с точки зрения ароматов, но именно в этой коллекции появляется новый, яркий, интереснейший, стойкий, неожиданный, я бы так его назвала, аромат. Ирина очень вкусно его презентовала, я, конечно, обязательно возьму и попробую этот аромат, который, в общем-то, является еще и драйвером текущего каталога, а также участником новой рекрутинговой акции, про которую мы поговорим чуть позже. То есть вообще я вам абсолютно всем рекомендую взять этот аромат себе и начать угощать этим ароматом всех, абсолютно всех, кто находится вокруг вас. Каким образом? То есть где бы вы ни были, обязательно девушек угощайте этим ароматом, пусть он у вас лежит все время как-то с собой каким-то образом, да, и угощайте всех этим ароматом. И когда человек скажет, ой, какой прекрасный аромат, мне очень нравится, вы ему говорите, прекрасно, у тебя есть два пути, ты можешь взять этот аромат у себя в своем личном кабинете, если ты присоединишься к нашему проекту, а можешь вообще получить его в подарок бесплатно. Тебе какой вариант больше нравится? Помните, да, вот этот вот принцип выбор без выбора, да? Вы должны дать человеку выбор, оба решения которых вас абсолютно устраивают. Абсолютно устраивают. Вам подходит и тот вариант, и этот вариант. И вы человеку предлагаете вот такие варианты. И обязательно у вас будут люди, которые именно из-за этого аромата, потому что им понравился, присоединяется к вам, к вашей команде, и вполне возможно эти люди потом станут вашими ключевыми партнерами. Ну и, как я уже сказала, это драйвер каталога. Если вы делаете заказ из этого каталога на 500 рублей, кроме, конечно же, этого самого аромата, то вас ожидает скидка 50% на этот аромат. То есть скидочка, которую вы видите, это скидка без учета вашей личной скидки. Ну и также этот аромат дает вам вот 11 этих вот медалек там или чего он там дает. Ну, в общем, вот 11 баллов каких-то, да, которые вы накапливаете и впоследствии будете обменивать на дополнительную продукцию. В общем, вот такой вот интересный аромат, вот такое вот интересное предложение. Как всегда, модная тема у нас есть в этом каталоге, и тенденция модного рынка называется оптические иллюзии. То есть все, что нам предлагается в этом каталоге, это все вот таких вот геометрических форм, которые вызывают, ну, скажем так, интерес для глаз, да? И в каталоге очень много таких страничек, которые вызывают вот такую вот заинтересованность. Обратите внимание вот на эту сумочку, конечно же, да, и аксессуары, которые идут дополнительно к ней. Какую новинку заметила я и какой новинкой начну обязательно? Ну, первое, что я заказываю себе, это, конечно же, вот этот вот двухфазовый пилинг для обновления кожи лица в серии Novage. Вообще, мы давно ждали этот продукт. Вообще, Ирина тоже очень классно рассказала на своем вебинаре о том, сколько вообще стоит процедура пилинга. Ира, напиши, пожалуйста, одна процедура еще раз, сколько стоит именно с кислотами, да, бета и альфа кислоты там. И
Здесь у нас получается в одной коробочке 4 процедуры. То есть, другими словами, этой коробочки нам хватает ровно на 4 недели одной коробочки. И вот одна процедура, по-моему, Ирина говорила, 1600, что ли, рублей стоит. Одна процедура, да? А здесь у нас, смотрите, получается коробочка из 4 процедур 1679 рублей. Это цена каталога. Наша цена, значит, получается где-то 1400, я так думаю. И за 1400 рублей вы получаете 4 профессиональных процедуры. Причем это все клинически проверено, то есть вы не можете себе сделать плохо для своей кожи. А для чего вообще нужны эти процедуры? Эти процедуры нужны для того, чтобы убирать верхний омертвевший слой клеток. Почему его нужно убирать? Да просто потому, что он не дает полностью 100% активироваться тому уходу за кожей лица, который мы с вами берем. То есть, в принципе, понимаете как? Вы отдаете деньги, например, за полную серию по уходу за кожей лица, но если при этом вы не делаете хороший, качественный пилинг и не очищаете свою кожу от омертвевших клеток, то получается, что эффективность средств по уходу за кожей лица падает в связи с тем, что они не могут на 100% пробиться вот через эти омертвевшие клетки. Поэтому обязательно условие для того, чтобы был 100% эффект, это, конечно же, убрать сначала вот эти омертвевшие клетки и только после этого полностью нанести уже правильный уход за кожей лица. Ну и так как омертвевшие клетки собираются на нашей коже как раз где-то в течение недели, то, соответственно, делая раз в неделю вот такую вот процедуру пилинга, вы будете прекрасно выглядеть, ваша кожа будет дышать, у вас откроются поры, и, ну, в хорошем смысле, да, и все вот, весь уход, да, который вы будете делать после этого, будет влиять на вас 100%. Если при всем при этом вы еще будете ежедневно пить Wellness Pack, да, в который входит витаминка 2 омеги-3 и астаксантин, то тогда эффективность ухода за кожей лица вырастет еще в 2 раза. То есть, посмотрите, есть вещи, которые от нас с вами не зависят в этой жизни. Ну, например, какие вещи? От нас с вами абсолютно не зависит такое глобальное старение, да? Хотим или не хотим, но мы не будем 60 лет выглядеть на 20. Сколько бы пластических операций не сделали, какие бы уколы ботокса бы не сделали, так называемые уколы красоты, чего бы мы там на собой натворили, а все равно невозможно в 60 лет выглядеть на 20. Но 60 лет выглядеть на 35-40 на сегодняшний день при том уходе, который предлагает наша компания, абсолютно реально. Абсолютно реально. Если вы полностью воспользуетесь всеми теми слагаемыми, которые вам предлагает компания для ежедневного ухода за собой. Поэтому, ребята, обязательно все берем себе вот этот двухфазовый пилинг. Обязательно. А второе, что мы делаем, мы обязательно наносим ночную маску на лицо из серии Novage, которая у нас была в прошлом каталоге со скидкой, не знаю, как насчет этого каталога. И третье, что мы делаем, мы каждый день утром и вечером правильно ухаживаем за кожей лица, то есть очищающее средство, тонизирующее средство, сыворотка обязательно, как активатор крема, усилитель такой крема, да, крем вокруг глаз, и если это утро, значит, это дневной крем, если это вечер, значит, это ночной крем. Вот такой вот обязательный уход должен быть ежедневно, обязательно, если вы хотите сохранить свою молодость и красоту на долгие-долгие-долгие годы. А если уже частично что-то утрачено, то восстановить, да, с помощью вот этого пилинга вы сможете восстановить, убрать где-то мелкие, вновь появившиеся морщиночки, улучшить намного цвет лица и, конечно же, опять же, как я уже сказала, усилить действие средств по уходу за кожей. Поэтому, ребята, я лично себе обязательно беру эту процедуру пилинга и буду дальше продолжать хорошо выглядеть.
Вот как раз, значит, в этом каталоге тоже эта масочка есть. Вот как раз я про эту масочку говорила, да, я ее взяла и так себе, плюс нам еще на лайнере подарили эти масочки. Эти масочки просто спасали, потому что спали мы очень часто по 4-5 часов в сутки, и когда ты живешь в таком режиме, да, очень активном, очень позитивном, очень классном, но при этом, ну, конечно же, не досыпаешь, да, потому что, ну, когда ты путешествуешь, нормально, когда ты думаешь, да, что спать-то, надо быстренько все смотреть, везде успеть, во всем поучаствовать, везде погулять и так далее и тому подобное. Конечно, спать не хочется в таких путешествиях, но кожа, она не терпит к себе такого отношения, а выглядеть надо хорошо. И выглядеть надо хорошо каждый день, потому что ты фотографируешься, отправляешь фотографии в социальные сети, и, конечно, не хотелось бы, чтобы тебе где-нибудь в комментариях по фотографии написала, а что это вы такая осунувшаяся, а что это вы такая уставшая, там, или еще как-то, да, то есть фотографии тоже должны быть хорошие. И вот нас очень-очень-очень сильно спасала эта масочка, потому что мы ее наносили вечером перед сном, ну, уже не вечером, а практически утром, перед сном, да, и эта масочка, она просто волшебная, просто волшебная. Ее наносишь, как крем обычно, да, только чуть-чуть более плотным слоем, и спокойненько с ней ложишься спать. Утром просыпаешься, когда идешь умываться, ты прям чувствуешь, да, как вот она снимается с лица, эта масочка, и лицо выглядит отдохнувшим, свежим, опять же, прекрасно это все выглядит, да, очень хорошо ложатся уходовые средства, тональные средства и декоративный макияж на очищенную кожу. И, в общем, эта масочка оказалась волшебной, поэтому я с удовольствием пользуюсь этой масочкой, вам рекомендую, конечно же, также обратить на нее внимание. Да, Ирина вот пишет, просыпаешься и красавица. Вот это правда, понимаете? Когда иногда же ведь просыпаешься и помятая такая слегка, да? Тут что-то за заломы какие-то, там какие-то мешки под глазами, еще чего-то где-то как-то. Вот когда эту масочку наносишь, просыпаешься, и нету вот какой-то одутловатости после ночного сна, да? То есть лицо сразу выглядит, ну, нормально. Как будто это не утро, а уже, ну, хотя бы обед, да? Хотя бы уже разгулялся немножко. Поэтому обязательно обратите внимание на эту масочку, и если вы думаете, как вам самим восстановить кожу лица, значит, берем этот пилинг, эту масочку и серию Nourish для себя. Если вы думаете, кому что подарить, ребята, когда дело касается дней рождений ваших близких, друзей, родственников, вообще перестаньте думать над тем, что дарить. Вы берете каталог, и вы просто определяетесь, на какую сумму вы готовы сделать подарок. Если вы идете к подруге на юбилей и готовы отдать 5000 рублей, вы заказываете коллекцию на Вейш, да? Если вы идете на какой-то праздник, и, ну, допустим, вы хотите уместиться там в 1000 рублей, значит, заказываете там маску, например, для лица, и дарите эту маску. Человек обязательно оценит, обязательно поймет, и потом еще и захочет у вас приобретать эти продукты. Поэтому, ребята, не надо бегать нигде по магазинам, не надо ничего искать на стороне. У нас все есть в нашем онлайн-магазине, у нас все есть в нашем каталоге, и это все, собственно, позволит вам делать не только хорошие товарообороты, да, это, конечно, хорошо, хорошие товарообороты, но все это позволяет вам еще и прекрасно выглядеть и быть самими рекламой своего бизнеса. Ну, давайте смотреть дальше. Конечно, не могу промолчать про еще один продукт, палочку, выручалочку для меня на сегодняшний день. Это наш протеиновый комплекс. Я просто в восхищении от этого протеинового комплекса. Я вам уже говорила, когда мы приехали с круиза, что все было прекрасно в этом круизе, все отлично, все радовало и все повышало настроение, кроме одного, но очень сложного момента. Дело в том, что невозможно было не есть, понимаете? А я такая девочка, я люблю покушать, ну, особенно, когда это очень вкусно, наверное, я не одна такая, ну, вот не могу я себя сильно уж так вот в жестких рукавицах держать бесконечно. И я, конечно же, на корабле пустилась во все тяжкие, я, конечно, пыталась там как-то, ну, ограничивать себя немножечко, но когда перед тобой стоит 25 вариантов тортика, в разных интерпретациях и в разных видах, ну, я не знаю, какой надо обладать силой воли, чтобы ничего вообще не попробовать. Ну, вот нет у меня такой силы воли, поэтому я на корабль зашла,
а с корабля выкатилась. А, то есть я поправилась на 2 килограмма. Для меня это критично, потому что у меня и так вес на грани, скажем, моего роста, и каждый лишний килограмм я уже начинаю чувствовать. А, и мне не нравится, когда я поправляюсь, и я очень контролирую этот вопрос. Но я вот так вот, знаете, на корабле решила, что у нас есть чудо-продукты в коллекции Wellness, и они меня спасут, да, я потом типа подумаю о том, как убрать эти лишние килограммы. Ну и когда я приехала домой, первое, что я сделала, я, конечно же, рассмотрела, ну, как бы пересмотрела свое питание. А дома, слава богу, нет 25 различных тортиков на завтрак, обед и ужин, да, слава богу. И я просто-напросто начала усиленно добавлять во все, что, вот, ну, скажем так, мы кушаем сейчас, добавлять вот наш как раз протеиновый комплекс. То есть, например, утром просыпаюсь, я беру творожок, добавляю туда ложку протеинового комплекса, ложечку меда, все это смешивается, и очень вкусно, это все полезно, и самое главное, что до обеда, в принципе, вообще больше кушать не хочется, потому что как раз организм получил белок, да. После этого я выпиваю витамины. И потом, ну, скажем так, днем я питаюсь в обычном совершенно режиме, обычными продуктами питаниями. Питание единственное, что я стараюсь ограничить продукты питания для себя после 6 часов вечера, да. То есть, ну, уже как-то так вот там стараться выкручиваться, не жуя бесконечно чего-нибудь. Вот, ну и я хочу похвастаться, ребята, что я за эту неделю, всего-навсего прошла неделя, я уже скинула 2,5 килограмма. Причем легко, комфортно, спокойно, без каких-либо, знаете, диет, стрессов, каких-то других ужасов, да, все, я начала скидывать очень спокойно, вес, тот вот лишний вес, который я наела на лайнере, благополучно меня покинул, мы с ним расстались, и, в общем, я так вот надеюсь, не встретимся больше, да. Поэтому очень-очень рекомендую вам обратиться к нашим продуктам Wellness. Если по какой-то причине вы еще пока их не заказали себе, обязательно заказывайте, потому что самое главное, что должно поступать в ваш организм ежедневно для строительства новых клеток, это белок. Если в вашем организме нет белка или недостаточно белка, то это однозначно рано или поздно вызовет проблемы. Проблемы со здоровьем. Какого качества будут эти проблемы, или какой силы будут эти проблемы, я так думаю, никто проверять не хочет. Поэтому если уже какие-то есть проблемы со здоровьем, тем более кушайте качественный белок, чтобы восстановить утраченное, да, если у вас нет пока видимых проблем со здоровьем, значит, еще больше кушайте белок, чтобы их дальше и не было никогда. Ну, в общем, для меня, например, продукты Wellness – это будущее, это мое здоровье, это моя энергия, это моя сила, это мое, вот знаете, как, ну, какая-то защита, да, вот какая-то защита, которая, в общем-то, важна для каждого человека и для меня в том числе. Что еще? Что еще? Конечно же, огромное количество интереснейших аксессуаров, сумок. Посмотрите, какие они все разные. В каждом следующем каталоге будут появляться тоже новые аксессуары и сумки. Их будет все больше и больше. Поэтому, ребята, опять же, да, когда мы были на лайнере, гуляли по различным городам, и если наши мальчики что-то начинали возмущаться на тему, что мы где-то что-то тормозим, притормаживаем, не бежим быстро, фотографируемся с каждым цветочком, с каждым домом, и с каждым столбом, и с каждой статуей, то мы им всегда отвечали: скажите спасибо, что мы не заходим в магазины, где продаются сумки, что мы не заходим в магазины, где продаются бусики, сережки и же с ними, что мы не заходим в косметические магазины, в которые, если зашла женщина, она вообще пропадает, как в Бермудском треугольнике. Скажите спасибо, что нас это все не интересует, и не потому, что мы какие-то исключительные женщины, которые не увлекаются всем этим, а потому что это все есть в нашем каталоге, это все есть в нашем электронном магазине, и нам совершенно не надо тратить время, чтобы бегать на сторону, где-то что-то искать и подбирать, потому что в каждом каталожном периоде компания предлагает нам огромнейший ассортимент и сумок, и аксессуаров, и уходовых средств, и декоративной косметики, и всего, чего только захочешь в огромном-огромном ассортименте. Поэтому
выбирайте, да, выбирайте качество всех этих вещей, очень достойно, очень высокое. Мне очень часто задают вопрос, из натуральной ли кожи у меня сумки, да, и я говорю, нет, это эко-кожа, это не натуральная кожа, ни одно животное при изготовлении этой сумки не пострадало. При этом это выглядит очень круто, очень классно. И люди, как я уже сказала, ну, вот не всегда внешне даже понимают, что это не натуральная кожа. Поэтому я вас призываю продолжать, да, следить за тем, чтобы ни одно животное не пострадало, при этом быть стильными, элегантными, красивыми, модными и яркими в этой жизни. А что еще? Ароматы. Ну, ароматов у нас всегда огромное множество, этот каталог не исключение, здесь тоже очень много, и вот все ароматы, которые вы сейчас видите, в данном случае женские, следующая страничка будет мужские ароматы, это все бестселлеры, это все ароматы, у которых есть огромная-огромная армия поклонников, и на них вот баллы тоже стоят, видите, вот эти вот медальки, вернее сказать, да, вот Possess аромат 22 вот этих медальки, Кла Уикенд аромат 11 медалек, то есть там еще и медальки можно собирать, да, приобретая эту продукцию. И опять же, вот сегодня мне пришло такое сравнение, да, в голову, причем, кстати, вот Дима бы здесь был, да, это он меня натолкнул на это сравнение, мы с ним разговаривали об автомобилях, мы папе подарили автомобиль Datsun. И мне Дима сказал, я говорю, ну вот папа очень хотел, там грант усмотрел, поддержан, а я ему сказала, нет, пап, если уж исполнять мечту, то надо исполнять мечту на полную катушку. Давай мы возьмем более, ну скажем так, высококлассный автомобиль, вроде как бы на одной платформе делается, вроде на одном заводе, но мне Дима при нашей встрече сказал, говорит, у них совершенно разные, ну, скажем так, критерии качества, потому что заводские есть критерии качества, но еще и фирма Datsun следит за качеством, то есть получается у автомобилей Datsun, несмотря на то, что они идут на том же самом как бы заводе изготавливаться, у них двойное идет качество, соответственно, и ну, в дальнейшем автомобиль ведет себя значительно лучше, и, конечно же, для владельца это хорошо. И я почему-то, знаете, как вот я с этой стороны никогда не думала, Дим, спасибо тебе за это сравнение, потому что я же сама лично была на заводе, например, в Швеции, где я видела, как идет поточная линия, изготавливаются ароматы не нашей компании, а других очень известных брендов, ароматы, которые в золотом нашем, допустим, самарском яблоке стоят вообще сумасшедших денег, и тут же рядом на второй поточной линии шли ароматы наши именно, да, от компании. И я тогда это не до конца осознала, а сейчас вот как бы я поняла вот этот момент. Дело в том, что на заводе был свой контроль, и есть свой контроль качества, да, то есть эти ароматы идут на заводе, которые проходят стандартные проверки, контроль качества идет и так далее, но есть поточная линия, где, например, изготавливаются именно ароматы Oriflame, и у Oriflame есть еще свой контроль качества. Соответственно, когда вы покупаете ароматы Oriflame, в отличие от тех ароматов, которые, ну, обычных, да, брендов, наши ароматы прошли двойной контроль качества, понимаете? Двойной контроль качества. Вот вообще потрясающе. И когда мне кто-то говорит, я там тушь покупаю за 2000 рублей в магазине, а этот человек вообще не понимает, о чем он говорит, потому что я не куплю тушь в магазине по очень простой причине, я куплю тушь в нашем каталоге, потому что я точно знаю, что тот контроль, который идет на всех этапах изготовления продукции, начиная с момента, из чего будет изготавливаться продукция, то есть ингредиентов, да, и заканчивая моментом упаковки вот в эту вот прозрачную слюду, на всех, абсолютно на всех этапах идет двойной контроль качества, ребят. И все наши заводы сертифицированы под выпуск фармпрепаратов. То есть это самый высокий стандарт качества, который вообще только есть в природе, понимаете? То есть выше стандарта качества просто не существует. Поэтому, конечно же, берем ароматы для себя, берем ароматы для своих любимых, дорогих мужчин, да, и помним всегда о том, что когда вы приобретаете продукцию компании Oriflame, вы приобретаете продукцию высочайшего качества, которую только можно себе представить.
И ни в коем случае не переживайте на тему, что что-то может пойти не так. Все абсолютно будет идти так, как надо, потому что наша продукция очень высокого уровня. Ну и, конечно же, долгожданнейшая серия, Ирина тоже про это говорила, поэтому не буду долго останавливаться, но серия так называемая для всей семьи, абсолютно гипоаллергенная серия, в которую входит мыло, в которую входит жидкое мыло, крем для рук, гель для душа, шампунь, который подходит для самых маленьких. Кстати, смотрите, там написано от 3 лет, на самом деле можно и намного раньше. Ну, то бишь, практически, не практически, а с рождения. Но почему написано на баночках от 3 лет? По очень простой причине, у нас наше законодательство так требует. Ну, компания как бы выполняет все законы и, соответственно, пишет те надписи, которые положены по российскому законодательству. А вот в Швеции, например, эта продукция разрешена с рождения. Поэтому не бойтесь, берите своим деткам, даже если им нет еще 3 лет, все прекрасно. Это прекрасно подойдет продукции тем, у кого есть какие-то аллергические реакции. Вот у меня, например, на цитрусовые аллергические реакции я тоже всегда ищу, чем бы мне таким воспользоваться, чтобы ничего такого не случилось, да? И наборчик, да, наборчик, который нам здесь предлагается, всего за 499 рублей. Три наименования, причем посмотрите, шампунь и крем для душа в размере XXL. То есть, я так понимаю, это по 450 или по 750 миллилитров. Вот я не очень вижу. 400, по-моему, написано миллилитров. Да, 400 миллилитров. Ребят, 400 миллилитров. Вот такие боди вам придут, да? И хватит очень надолго. И это вообще просто прекраснейшая коллекция. Поэтому, конечно же, рассказываем людям, берем себе, берем, дарим подарки. Ну, в общем, помните о том, что спектр применения этих средств абсолютно огромный, а я вам еще скажу, что я с этими средствами буду стирать однозначно, то есть я крем для душа буду добавлять вместо стирального порошка, потому что он прекрасно, ну, скажем так, справляется со своими функциями, плюс еще и не... ну, скажем, не портит машинку стиральную, и плюс еще и не портит не наносит вред окружающей среде, да, потому что абсолютно биоразлагаемые компоненты в данном средстве. Поэтому я еще возьму не одну серию, не одно наименование, а пару серий как минимум, потому что я буду использовать еще и вот в таких моментах, да. Вам тоже рекомендую. Кстати, уже некоторое время, как отказалась от фейри, и вместо фейри стоят наши гели для душа на кухне, тоже прекрасно справляются с этой функцией, при этом, знаете, как мне и баллы идут, и доход идет от этих средств, да, и плюс, опять же, они биоразлагаемые, поэтому, соответственно, на тарелочках не остается вот этой вот пленки, да, про которые говорят, ну, когда фейри моет, да, посуду, что там некая пленка остается, которая не смывается потом и наносит вред нашему здоровью. Так вот, я перешла на наши гели для душа и использую их также в качестве, ну, средств для мытья посуды, например, да, для стирки, например. Ну, то есть, вот такие нетривиальные применения, но вот у меня оно нашло свое отражение, я очень довольна. Ну, и, конечно же, наши прекраснейшие зубные пасты, просто прекраснейшие зубные пасты, разные наименования совершенно. Я обожаю нашу противокариезную пасту, потому что благодаря ей я человек, который дико боится стоматологов. 5 лет я не ходила к стоматологам, и тут меня мой спонсор Лена Гарифуллина просто за руку отвела и сказала: Оля, пошли, прекрасный врач, очень хорошо делает свою работу, тебе не будет страшно. Ну, в общем, пошли. Ну, и я подумала, раз спонсор сказал, пошли, надо идти. И я пошла, и да, правда, ну, как бы врач попалась волшебница просто на самом деле, но когда она посмотрела мои зубки, она сказала, что, а сколько, вы говорите, не были у стоматолога, ну, как бы вот камень мне когда зубной снимали, я говорю, 5 лет не была, а камень вообще до этого ни разу не снимала. Она говорит, да ладно, так не бывает, а сколько вам лет? Я сказала, 42 года. Она говорит, вы хотите сказать, что ваши зубы так выглядят, а вы ни разу камень зубной не снимали? Я сказала, честное слово, ни разу. То есть я когда пришла, я еще начала ее пытать, а как это выглядит, а что это за процедура, а будет ли мне там больно, не больно, надо обезболить, не надо обезболить. Она на меня смотрела, как будто я, знаете, там вот вообще зубы рухнула. А вроде как девочка-то взрослая, а вдруг какие вопросы странные задают. Я говорю, ну да, говорю, вот как-то так получилось, я вот как-то никогда с этим не сталкивалась, зубной камень никогда не снимала.
И она была крайне удивлена, а потом она меня спрашивает. Она говорит, чем вы пользуетесь вообще тогда? Почему у вас вот, ну, вы же в этом городе живете, да? Говорю, в этом городе живу. То есть эту воду пьете, ну, как бы логично, да. Я пью эту воду, хотя я пью воду, но все равно в чайник там, например, наливаем воду из крана. И она говорит, и у вас нет камня. Это очень странно. Прям вот чуть-чуть только на передних зубах был камень, а вот на жевательных зубах вообще не было камня. И она меня спросила, чем вы пользуетесь. Я сказала, что я пользуюсь нашими зубными пастами. Она сказала, это очень круто. Это вообще, говорит, очень крутой эффект. Я, говорит, такого, ну, редко встречаю, чтобы вот так вот. И, ну, вот, в общем, вот так вот наши зубные пасты влияют на наши зубки. Поэтому, ребята, если не хотите много денег отдавать стоматологам, если не хотите бесконечно лечить зубы, пользуйтесь нашими зубными пастами. Эти пасты на самом деле очень высокоэффективны, и они экономят вам огромное количество средств. Я уж молчу про то, что какой ужас, когда зубы болят, например, да? А если вы пользуетесь, например, противокариезной зубной пастой, то у вас зубы еще и болеть не будут, потому что она, как бы, знаете, как пленочкой закрывает место, где, например, тонкая эмаль, например, истончилась со временем, или, например, уже там кариес немножечко, и вот, ну, когда вот кариес, чтобы не шел дальше, она как бы вот, ну, как бы вот, знаете, как временная пломба как будто такая появляется. Ее не видно, но это покрыто тонкой эмалью, и боль снимает, поэтому тоже проверили уже. Поэтому, ребята, пасты просто чудесные, волшебные, берите, пользуйтесь. И даже вот не думайте, что где-то на стороне есть что-то лучше. По такой цене такого качества продуктов просто не существует. Я вам это очень, ну, знаете, как основательно заверяю и даю вам гарантию, что такого качества продуктов по такой цене купить невозможно. Ну и, конечно же, программы, да. 14-й каталог, у нас начинается сезон, и компании исполнилось 50 лет, и компания на этот сезон придумала нам просто невероятнейшее количество программ, которые, дай бог, все успеть запомнить. И мы вот сегодня с директорами разговаривали, и как раз вот, ну, как бы так, пришли к выводу, что программы настолько классные и настолько удобные для бизнеса именно, что они позволяют нам практически каждого человека включить, ну, в активность, скажем так, не обязательно в работу в качестве партнера, но в активность, да, потому что программы есть на любой вкус и цвет, что называется, да. Например, программа «Быть в центре внимания», да, в этой программе рекрутирующий спонсор может делать лично 50 баллов, но если он приглашает новичков и новички идут по стартовой программе, он тоже будет получать подарки. Мы сейчас дойдем до этой программы. А, например, в программе «Ури бонусы» там обязательно условия для рекрутирующего спонсора для получения вот этих дополнительных денег, да, 150 баллов. И получается, что когда к нам приходит новый человек, мы можем ему дать право выбора. Мы говорим, ты пришел серьезно или ты пока хочешь посмотреть со стороны? Вы сами знаете, что люди все по-разному реагируют. Кто-то говорит сразу, что серьезно, а кто-то, например, присматривается. И мы можем тут же сразу дать ему две программы, да, на выбор. Мы говорим, вот смотри, если ты просто присматриваться пришел, давай делай 50 баллов каждый каталог, давай начнем, попробуем все-таки поприглашать людей с твоей подачи, и ты вот как участник программы в центре внимания будешь собирать вот такие вот подарки, сумку красную, там часы, аромат и так далее, да? Если же человек говорит, я пришел серьезно, мы говорим, тебе вообще супер повезло, потому что у тебя сразу две программы будут работать, ты также являешься приглашающим спонсором, ты также начинаешь выстраивать команду свою, но делай каждый каталог 150 личных баллов, и тогда ты не только получишь все эти подарки, но и еще и тебе начислят деньги, да, с товарооборота каждого приглашенного тобой человека, и ты еще много денег заработаешь. То есть вообще супер, вообще мне очень нравится, что вот эти вот программы так вот параллельно стартуют. Ну что, давайте пойдем по этим программам,
Давайте посмотрим, что же нас ожидает. Ну, во-первых, конечно же, не могу молчать о том, что у нас продолжается квалификация на менеджерскую конференцию в Хорватию. У нас много людей идут в этой квалификации, выполняют эти условия. Кстати, напишите, пожалуйста, в чате, кто идет к квалификации, я иду, да, чтобы мы видели этих героев, они продолжают свое торжественное шествие на пути к Хорватии. И запомните, пожалуйста, ни одна сетевая компания не предлагает поездки за границу с уровня менеджера. Таких сетевых компаний просто не существует, поэтому... Рассказывайте всем о Хорватии до 14-го, ну, как вы смотрите, по итогу 14-го каталога, еще пришедшие новички могут в 15-м каталоге сделать, прийти и сразу сделать 15%, и, в общем-то, дальше подтвердить этот уровень 4 каталожных периода подряд и поехать в Хорватию совершенно бесплатно. И, кстати, завтра в 19 часов по московскому времени до программы «Турбо-старта» будет выступление Лариной Татьяны. Она была участницей от нашей команды в текущей менеджерской конференции в Болгарию. Посмотрите, как много людей у нас идут на Хорватию. Это среди тех, кто здесь присутствует. Да? Вот. Она была участником конференции в Болгарии, поэтому сами выходите и выводите своих новичков на этот вебинар. Потому что вполне возможно, что после ее выступления кто-то скажет: боже мой, как это круто, так я хочу в Хорватию, да, и начнут у вас двигаться в этом направлении. Поэтому, ребята, говорите, говорите об этих преимуществах, потому что ни у одной компании таких преимуществ нету. И, как я говорила, уже продления не будет этой квалификации. Почему? Потому что в связи с юбилеем компания разделила год на два, ну, как бы на две равные части. Первая часть года – это до первого каталога 2018 года включительно, когда идет вот как раз квалификация на Хорватию и плюс вот эти все программы, которые объявлены сейчас на золотой конференции. А после этого, да, начиная со второго каталожного периода, будет еще одна дополнительная бонусная программа. И нам по секрету сказали, что все менеджеры, которые пройдут квалификацию на Хорватию и выполнят эти условия, по второй бонусной программе получат какие-то дополнительные льготные преимущества. Поэтому боритесь, ребята, не сдавайтесь. Не оставляйте на последнюю секунду, да, как, может быть, там в конце этого прошедшего каталога случилось, да, когда в последний день быстро искали, лихорадочно, я бы даже сказала, да, своих двух квалифицированных рекрутов. Ничего не оставляйте на последнюю минуту, двигайтесь, боритесь, развивайтесь, приглашайте людей каждый день в свою команду. Каждый день рассказывайте преимущества нашего бизнеса, и у вас обязательно появятся люди, которые будут вашими партнерами, и которые вполне возможно присоединятся вот к вашей квалификации в Хорватию. Ну что ж, да, конечно, основной источник доходов наших – это план успеха. Да. Вот, основной источник дохода – это план успеха, мы все это прекрасно знаем, но мы никогда не отказываемся от тех плюшек дополнительных, скажем так, да, которые предлагает компания. А компания у нас очень щедрая. Чего она такая щедрая? Да не потому, что просто они такие добрые шведы и вот не знают, куда им деньги деть. Ничего подобного, ребят. На самом деле капиталисты есть капиталисты, и надо смотреть на все очень рационально. Уж как они рационально смотрят, наверное, так не смотрит никто. Так вот, почему они делают все эти плюшки дополнительные? Потому что они понимают, что если прибылью поделишься с теми людьми, которые, собственно, благодаря которым эта прибыль появляется, то эти люди будут давать прибыли еще больше, потому что они будут заинтересованы в том, чтобы получить еще больше денег. То есть у нас компания просто не жадная, вот что надо понимать. И она огромное количество денег вкладывает обратно, то есть прибыли, да, обратно вкладывает в различные акции, то есть в развитие бизнеса. Почему еще наша компания может это делать? Да просто потому, что она богатая. А почему она богатая? Да потому что работает она более чем в 60 странах мира. И в каждой стране идут, ну, свои какие-то моменты. Да. Где-то кризис, а где-то в это время огромный рост идет, а где-то в это время спад может быть небольшой, а где-то в это время какой-то новый продукт запускается, или новая категория, или новая акция, там бум какой-то начинается, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но в связи с тем, что стран очень-очень много,
среднестатистически получается, знаете, как это как средняя температура по больнице, да? То есть у этого 40, а у этого 35, поэтому средняя температура по больнице 37,5. То есть как бы вроде бы все почти здоровы, да? Вот у нас также получается. В одной, например, стране бурный прямо рост идет, а может быть прирост, например, за месяц по отношению к предыдущему периоду составляет, там, я не знаю, 200%, да? А в другой стране может быть какой-то небольшой спад, например, у них там 12%, может быть, меньше они сделают, чем в прошлом каталоге. Но общесуммарно, если мы берем всю компанию во всех 60 странах мира, по итогу вот сезона, последнего, да, уходящего сезона, у нас был рост товарооборота 12%, ребят, это цифры, которые звучали на Стокгольмской фондовой бирже. Дело в том, что наша компания представляет как раз свои акции на Стокгольмской фондовой бирже. Это говорит о том, что компания легальная, что компания признанная на уровне государства, и не только Швеции, но и еще 60 стран мира. И это говорит о том, что акции котируются, потому что если бы акции не котировались, никто бы их ни на какой бирже не ждал бы, они бы никому были просто-напросто не нужны. Так вот, наша компания по итогу вот последнего сезона дала рост 12% в общем по всей компании, да? А о чем, опять же, это говорит? Это говорит о том, что мы очень комфортно себя чувствуем на рынке. Очень комфортно. У нас очень комфортная продукция, и у нас очень комфортное соотношение цены-качества. И кто бы что бы ни говорил, какие бы ни появлялись компании, однодневки, неважно, которые бегают, прыгают вокруг и кричат о том, что Oriflame – это вчерашний день, что Oriflame – это пройденная страница жизни, что Oriflame – это уже старая компания, что надо бежать изучать что-то новое, что у них круче продукты и что-то там. Еще они говорят периодически, да? А редко, можно сказать, почти никто не может похвастаться тем, чтобы у них рост товарооборота за год был больше, ну, хотя бы 3%. Вот, поэтому, ребят, если говорить о том, что компании 50 лет, и она дает рост в 12% за год, сейчас бы традиционные предприниматели бы, они бы просто в обморок бы упали, особенно если это какие-то огромные глобальные производства, со словами: боже мой, где такой бизнес, и вообще как такое может быть в 50-летний юбилей, да? А такого просто не бывает, запомните это, пожалуйста. И конкуренты, да, которые кричат о том, что мы им не конкуренты, да, тогда вопрос, чего вы о нас кричите все время, если вам совершенно не конкуренты, работаете, делаете свою работу, не замечаете нас, да, нет, не могут. Так вот, наши конкуренты, они, ну, по итогу последнего года у многих из них вообще-то был минусовой рост товарооборота, то есть, другими словами, это был спад, да, и бегая, крича о том, какие они крутые, если мы посмотрим на глобальные цифры, то, в общем-то, цифры как-то не очень показывают крутизну, да? Поэтому, ребята, надо верить не словам, а цифрам. Цифрам. Цифры – это самое главное. Ну что ж, и мы проходим по акциям, да, компаниям, да, которые начинаются уже с завтрашнего дня. Итак, первая компания по приглашению называется «В центре внимания». Я уже коснулась ее немножечко сегодня. Она будет у нас идти два каталожных периода, 14-15 каталог. Условия для новичков остаются те же самые. Разместить единовременный заказ на 1000 рублей в течение 74 часов с момента регистрации, то есть в течение 3 суток, да, и если ты делаешь 100 баллов в течение 21 дня, то получи парфюмированную воду The One, да, о которой мы сегодня тоже уже говорили, и участвуй, конечно же, также в стартовой программе для новичков, и получай подарки в наборы продукты, бестселлеры по стартовой программе за 199 рублей. А вы все помните о том, что в стартовой программе продукции на 18 тысяч рублей представлено. А они платят за каждый набор, новички наши, всего 199 рублей. Так вот, но при этом любой новичок с первого же дня присоединения к нашей команде, к нашему проекту, может также стать рекрутирующим спонсором. И тогда, как рекрутирующий спонсор, для него обязательно условие, как я уже говорила, 50 баллов обязательно, да, и если он приглашает двух друзей, которые пройдут первый шаг стартовой программы и получат парфюмированную воду The One, такой новичок получает клатч всего за 1 рубль,
А если они 4 друзей приглашают, которые пройдут первый шаг стартовой программы, получают часы, также всего за 1 рубль. И если это 6 человек, то получают сумму. И если 4 друзьям наш рекрутирующий спонсор помогает пройти все 4 шага стартовой программы, то наш рекрутирующий спонсор в такой ситуации всего за 1 рубль получает в подарок от компании планшет, ребят. По-моему, это очень круто. По-моему, очень крутые подарки. И если вы со мной согласны, то поставьте, я не знаю, плюсики, восклицательные знаки, что вам эта программа очень нравится. Мне вот, например, часы понравились, да. Я люблю часы, на мне и сейчас часы компании Oriflame, прям в них написано Oriflame. Но меня очень часто спрашивают, что у меня такие за крутые часы. Это наши часы. А во всех наших часах всегда механизм Seiko. Это на настоящие японские часы, поэтому у них очень высокое качество. И они не выходят из строя, и с ними никогда ничего не случается. Вот эти, кстати, часы, которые на мне, это уже, по-моему, ну, года два, мне кажется, да, полтора-два года, и они прекрасно себя ведут и прекрасно себя чувствуют. Да, сумка трендовая, абсолютно согласна. Поэтому, ребята, выбирайте подарки, условия прекраснейшие, легкие, комфортные, ненапряженные условия, поэтому любой из вас может собрать вообще все, что тут представлено на, вот в этой вот программе, да. Это если вы делаете 50 личных баллов и являетесь рекрутирующим спонсором при этом. Но если вы умный человек, понимаете, умный человек, то вы не будете делать 50 баллов, вы будете делать 150 личных баллов, а в нашей команде принято делать 150 баллов в первые 3 дня работы каталога. И я вам напоминаю, что у нас на сегодняшний день в команде появился дополнительный розыгрыш 1000 рублей среди всех тех, кто первые 3 дня работы каталога сделал заказ на 150 баллов, поэтому делайте, заполняйте табличку и участвуйте в этом розыгрыше, глядишь, еще и 1000 рублей получите, да? Да, и 250 тоже. Помимо этого, если вы будете делать не 50, а 150 баллов каждый каталожный период, начиная с 14-го каталожного периода, то вы еще заработаете денег, либо получите вообще потрясающую продукцию по, ну, вообще просто невероятным смешным ценам, да? Поэтому просто поставьте себе смелый план по рекрутингу, выберите те подарки, которые вам нравятся, и дерзайте. Итак, программа, юбилейная программа, которая делится на две составные части. Первая часть, если вы старший менеджер и выше, то есть у вас уже есть 22%. И вторая часть для тех, у кого нет 22%. То есть по итогу 13-го каталога мы смотрим от 0 до 18%. У вас вообще не важно, какой у вас уровень, даже если вы в 13-м каталоге просто пришли. Да? Уже в этом случае вы участвуете в этой программе на полных основаниях. Итак, если на период закрытия 13-го каталога вы старший менеджер и выше, то тогда тебя ждет программа «Рекрут-бонус», которая называется. За каждого человека, который придет в вашу команду, вам компания готова начислить 2 рубля за каждый бонус балл вашего рекрута. Причем не только заказы сделанного на первый каталог с момента прихода, но и во время всех 4 шагов последующих 4 каталогов. То есть как бы это приравнивается к стартовой программе, понимаете, да? И программа как бы официально прописана, что она действует до первого каталога 2018 года. На самом деле она действует гораздо дольше, она действует до 5-го каталога 2018 года. Почему? Да просто потому, что новички первого каталога, которые придут в течение этого первого каталога, да, они же тоже пойдут 4 шага дальше, и, соответственно, денег можно будет заработать еще больше, да. То есть вот такая вот замечательная программа для директоров, поэтому поставь себе просто дополнительную цель, какую дополнительную премию к своему основному доходу ты хочешь заработать, 10, 20, 30, 50, 60 тысяч рублей, приглашай людей, качественно запускай их бизнес, объясняй им вообще о продукции, рассказывай о нашем проекте и зарабатывай очень-очень большие деньги, реально большие деньги. Это то, что касается именно старших менеджеров и выше по итогу 13-го каталога. Но если вы еще пока не старший менеджер, а ни в коем случае не имеет смысла расстраиваться, потому что компания для вас тоже придумала программу, которая называется «Рекрутинговый фонд».
Прекраснейшая совершенно программа. Честно сказать, я даже не знаю, что круче. Деньги взять или те подарки, которые вам там предлагают. Так вот, смотрите, ребят, опять же, ваш результат был определен по итогу 13-го каталога. То есть по итогу 13-го каталога зафиксировался какой-то ваш уровень. И теперь вы все стартуете, являясь приглашающими спонсорами. Еще раз для новичков объясняю, кто такой приглашающий спонсор. Это человек, который рекрутирует с личной подачи. То есть он сам пригласил этого человека. Хотя мы всех выстраиваем в одну веточку, вы это помните, да? Итак, рекрутирую как можно больше, получая дополнительную выгоду от своего личного рекрутинга, да? Каждый балл вашего рекрута даст вам 2 ОРИ рубля вашего бонуса. Действует программа ровно точно так же, на тех же самых условиях, также 4 каталога после последующих с момента, когда человек пришел к вам в команду. И, соответственно, с первого каталога по пятый, там новички первого каталога, дособирают вот эти вот 2 ОРИ рубли. А как же вы использовать будете накопленные ОРИ рубли? 2 варианта, если пока идет эта программа, вы выйдете на уровень 22% и откроете уже индивидуальное предпринимательство, а по вашему желанию вы можете взять, забрать это все рублями живыми, настоящими, вам их перечислено на расчетный счет банка. Но если же вы не захотите открывать индивидуальное предпринимательство, этот вариант тоже продуман, тогда вы сможете обменять эти накопленные вами ОРИ рубли на совершенно потрясающие подарки. Например, да, вы накопили 15291 ОРИ рубль за вот все время действия программы. И вы тогда сможете взять для себя вот такой крутой ноутбук, который будет для вас стоить всего 1699 рублей. Здорово, да? Или, например, телевизор Sony, который будет для вас стоить всего-навсего 3199 рублей. По-моему, тоже очень классно. Или, например, iPhone 8, который в магазине стоит. Ну, у нас компания, вот здесь, видите, везде цены закупочные писала. То есть не цены магазина, а закупочные цены, обращаю ваше внимание. Да, вот эта цена 56 980, в магазине такой цены вообще-то нету. В магазине там цена 65-70 тысяч стоит, да, на iPhone 8. Компания вам предлагает всего за половину стоимости приобрести новый iPhone, если вы наберете 14245 ОРИ рублей. Поэтому, ребята, копим, рекрутируем, включаемся, активируемся, помним о том, что наступают холода, дожди, осенняя скука для многих людей. Давайте сделаем их жизнь более красочной, давайте раскрасим их жизнь яркими цветами. А что для этого нужно сделать? А просто-напросто позвать их в наш проект, да? И вот их жизнь станет более сказочная, красочная, интересная, яркая, полная событий, несмотря на то, что на дворе осень, впереди нас ждет длинная зима. Ну и вот как раз примеры тех подарков, да, которые вас ждут, на которые вы можете обменять вот эти вот накопленные ОРИ рубли. Тут вообще чего только нету, я вот вижу и мультиварку здесь вижу, и чайник, и утюг, и микроволновку, и даже вижу сплит-систему. То есть вообще я вижу здесь очень много всего интересненького, поэтому я так думаю, что вместе с заказами этого каталога вам начнет приходить вот этот вот дополнительный каталожек, либо чуть позже он вам придет, но в любом случае он вам придет, и вы посмотрите и захотите, да, что-то здесь для себя взять, что-то для вас будет, конечно же, очень интересное. И всегда, знаете, есть вещи, которые сам бы себе, может быть, не купил бы, пожадничал, а когда вот такие вот накопленные ОРИ рубли, ну почему бы и нет, да? У меня так в квартире 2 телевизора, например, появились. И, например, ноутбук, да, с которого я вам все время провожу вебинар, появился ровно точно так же. То есть это просто подарок от компании за активный рекрутинг, за активное обучение и включение новых людей. Поэтому, ребят, у нас компания очень щедрая. Поэтому включайтесь, действуйте, развивайте. Поэтому девиз открывшегося нового сезона – рекрутирование – главный фактор роста и развития бизнеса. Да, это сказал Роберт Афьёпник, наш отец-основатель, что называется. Да, человек, который один был из основателей компании, один из братьев. Да. Поэтому рекрутирование, еще раз повторяю, это главный фактор роста и развития бизнеса. И компания делает все для того, чтобы для вас рекрутирование стало классной, интересной, затягивающей такой привлекательной игрой, да, таким спортивным состязанием с самим собой вчерашним. Поэтому рекрутируйте, рекрутируйте и еще раз рекрутируйте.
Ну а для того, чтобы вам было комфортно ввести новичков в суть бизнеса, для того, чтобы передать вашим новичкам философию нашего бизнеса, для того, чтобы у ваших новичков, а может быть уже не новичков, но людей, которые присоединились этим летом и уже в начале этой осени к нам в проект, но еще пока не были никаких глобальных значимых мероприятий, может быть они где-то еще сомневаются, а может быть не сомневаются, но недопонимают, а может быть, как им кажется, понимают, но вы видите, что они не понимают, куда они попали. Объявляю о том и напоминаю о том, что раз в полгода в нашем сумасшедшем прекрасном проекте, растущем, активном, позитивном и зарабатывающем, самое главное, проекте, проходит так называемый турбо-старт для новичков, где мы в течение 5 дней проводим супер-тренинги от самых зарабатывающих лидеров проекта, в течение которых все абсолютно, все наши команды полностью проходят вот этот вот такой курс молодого бойца, где люди понимают и философию бизнеса, и зачем им это надо, ставят цели перед собой, выполняя легкие, простые, комфортные, удобные ежедневные упражнения, которые будут даваться задания на этих тренингах, они двигаются, может, даже иногда незаметно для себя включаются в процесс этого бизнеса, в процесс рекрутирования, в процесс роста товарооборота, и, соответственно, в вашей команде вырастет огромная-огромная армия новых директоров и менеджеров. Хотите новых директоров и менеджеров в своей команде? Кто хочет новых директоров и менеджеров в своей команде, ребята, в этом сезоне? Я очень хочу новых директоров и менеджеров в своей команде. Я очень хочу, чтобы у вас было очень много новых директоров и менеджеров в ваших командах, чтобы вы стали директорами, да, кто еще, может быть, не стал директором. Этот турбо-старт вообще не будет похож ни на один предыдущий вариант, потому что в этом турбо-старте будет мало технических деталей, но очень много практических заданий, легких, как я уже сказала, комфортных, легких, приятных, интересных, захватывающих таких заданий, где люди будут играючи входить в этот бизнес и даже сами не будут замечать, как они уже, в общем-то, вовлеклись в этот процесс, да, и это вовлечение пройдет очень просто, легко и комфортно для вас и для ваших людей. Да. Вот, поэтому, ребята, объявляю вам о том, что уже завтра в нашем проекте стартует турбо-старт. С 9 по 13 октября, 5 дней подряд, мы будем накачивать вас новыми знаниями, энергией, мы будем накачивать ваших новичков, мы будем менять парадигму их мышления в голове, мы перевернем все в их голове с ног на голову, но в хорошем смысле этого слова, мы уничтожим всех тараканов, которые вызывают сомнения, мы сделаем невероятный взлет все вместе с вами, да, и нас всех с вами ждет совершенно невероятное путешествие, да, в течение этих 5 дней, которое закончится 15 октября в Самаре. Мы приглашаем все близлежащие регионы. Это путешествие прекрасное, да, вот эта программа турбо-старта закончится еще и общей встречей, которая состоится 15 октября. Ждите анонсы в чатах, следите за новостями, где будет проходить, во сколько, как, это все сообщится на этой неделе. Поэтому с 9 по 13 октября каждый день в 20 часов по московскому времени вас ждут лучшие тренеры нашего проекта, самые зарабатывающие директора нашего проекта, люди, которые подняли ни одного человека, да, на доход, да, они помогли многим уже людям и помогут вам и включат ваших новичков. Поэтому, ребята, посмотрите на этот турбо-старт рационально. Для себя обязательно побывайте и пройдите все задания турбо-старта для того, чтобы включить вот эту внутреннюю энергию, мотивацию, может быть, даже где-то пересмотреть свои методы работы, усилить их, да, а для своей команды посмотрите с точки зрения, вы можете прокачать всю свою команду чужими руками сейчас, понимаете, сейчас лидеры организации полностью в ежедневном режиме прокачают вам всю вашу малышкину организацию, поэтому малышей, всех малышей зовите, всех-всех-всех, каждого, попробуйте достучаться до каждого, не поленитесь. Начинайте звонить прямо сегодня, звоните завтра целый день, звоните. Чем больше людей у вас выйдет на этот турбо-старт, тем круче будет у вас результат в этом сезоне, тем больше вы заработаете,
тем больше количества программы вы поучаствуете, и тем больше интересного и классного случится как в их жизни, так и в вашей жизни. Помните, пожалуйста, что мы всегда работаем по принципу «помогая другим, помогаешь себе». Давайте сделаем так, чтобы много людей в нашей стране стали финансово независимыми, чтобы много людей в нашей стране увидели мир собственными глазами, чтобы много людей в нашей стране могли позволить себе жить именно так, как они мечтали, может быть, долгие-долгие годы, а может быть, даже уже и отказались мечтать, подумав, что это все не для них, и не про них, и вообще мимо них, да. Поэтому, ребята, зовите людей на турбостарт, зовите, приглашайте, завтра мы должны просто взорвать нашу вебинарную площадку. Итак, завтрашний день, анонс на завтра, в 19 часов по московскому времени у нас будет выступать Таня Ларина, участница, чуть не сказала, бриллиантовой конференции, представляете, менеджер конференции в Болгарии, а в 20 часов по московскому времени уже завтра у нас первый день тренинга, который называется «Турбостарт». Вот на этой прекрасной ноте я, собственно говоря, заканчиваю нашу с вами общую планерку. Запись выключила. Очень надеюсь, что она...